Драгоценная школа в Изумрудном. В Саратове в этом году появится еще одно крупное образовательное учреждение. К его строительству уже приступили в Новосоколовогорском поселке. Уже подготовлен котлован, и сейчас рабочие начали бурить земли под сваи. В конце марта будут полностью завершены работы по фундаменту, и строители приступят к возведению здания. Новая школа рассчитана на 825 мест, будет состоять из 5 блоков. В каждом из них предусмотрены помещения для отдыха, занятий спортом и внеклассной работы. Строительную площадку площадью почти 3,5 гектара посетил глава региона. По словам Валерия Радаева, проблем с финансированием объекта нет. Работы идут по графику. Сдать школу полностью планируют в декабре текущего года. Также губернатор пояснил, почему именно это место было выбрано для застройки. По его словам, большой и густонаселенный жилой комплекс не может оставаться без социальной инфраструктуры. Насыщенность очень большая и строительными объектами, соответственно, и жителей. Востребованность сегодня инфраструктуры социальной, школы, садики в разы возрастает. Поэтому не случайно выбрали именно здесь. С перспективой была площадка, детский сад построен, соответственно, школа и полный комплекс возможностей. И я думаю, что еще по здравоохранению поликлиника будет. В ходе осмотра строительной площадки глава региона пообщался с жителями микрорайона. По их словам, возведение школы они ждут с нетерпением. У многих дети уже ходят в построенный здесь же детский сад. И уже в следующем году они станут первоклассниками в новой школе. Также жители обратили внимание губернатора на транспортную систему. В частности, жители улицы Муленкова попросили сделать несколько километров дороги, ведущей от их домов к будущей школе. Валерий Радаев дал поручение министрам и городским чиновникам включить улицу в проект текущего года по ремонту и реконструкции дорожной сети.